Чуть больше. Снимаю. Улыбаться не хочется что-то. Финишу, там уже эмоция. Здесь так, сейчас еще только напряжение на лице. Ну реально, пару дельфинов и минус бар. Стандартный автомобиль, это для тебя фактик вообще. Кто же знал, что в пустыне ливень такой будет, что смоет всех? Я туда поехал.
Ну, первым делом я как бы проехался по пескам, мне понравилось, какую машину пригласил, пока очень понравилось. И потом уже по имеющимся уровням проведенных соревнований начал создавать трассу. Трасса создали, получается, очень серьезно, равных в Украине нет, протяженностью свыше 10 километров. Имеет ровные участки по лугу проходит, где можно развивать скорость там, в пределах 140-160 километров спортивным машинам. И также барханы высотой до 20 метров и низины ниже уровня Балтийской отметки. Общая протяженность позволяет испытать как бы и машину, и водителя, и на знание поведения машины, и на умение проходить именно песчаной трассы. Таких трасс на Украине нет. Трасса создана впервые, пока гонщиками оценена самыми высшими оценками. Но впоследствии мы планируем создать еще круче. Скажите, эта трасса для сравнения, как бы, круче, чем что, но слабее, чем что, вот если сравнивать. Ну, я уже говорил, что это не Париж-Дакар, вот, но у нее своя сложность, есть песчаные грунты, говорил человек, участвующий. Но как бы в рейтинге, вот, мировом или европейском, она на уровне средних, сложных, легких. Поскольку пустыня единственная в Европе, я вам скажу, по уровню европейскому, круче трассы нет в Европе. Именно песчаные, именно которые можно дать сравнение. У нас здесь три участника Дакара. Однозначно все после первого круга показывали меня и на руки, и на все. Трасса очень сложная. Прямых участков один специально сделали, где они могут так передохнуть, выйти на скорость. Один. Вся трасса – это постоянные повороты, взлеты, посадки. И интересно над тем, что на песке повильно не получается. На песке надо на ходу проходить все это дело. Малейший тормоз или газ, машина зарывается. Скажите, по, вот вы говорили, что эта трасса, не я, а, по-моему, губернатор говорил, эта трасса соответствует каким-то там ГОСТам спортивным. То есть чему она соответствует? Соревнования, которые мы сейчас проводим, значит, судейская команда расценила так, что это приближено к европейскому уровню. Выше украинских, которые проводили до нас. Однозначно такого проведения, по их заявлениям, не было в Украине еще нигде. Поэтому будем стараться еще лучше. И скажите немножко об участниках. То есть какие страны, какие команды и сколько их? Значит, у нас два экипажа с России, один экипаж с Молдавии, один экипаж с Белоруссии. Значит, у нас три участника Дакара украинских. У нас в спорте приехали все, кто занимается спортом серьезно, все чемпионы у нас здесь, все мастера спорта и даже международного класса. В рейде самые известные, все чемпионы прошлых лет, сколько раз проводился от чемпионата Украины, все приехали к нам. Скажите, это соревнование для какого класса машин, то есть как-то по объему двигателя или по модификации? Практически в соревнованиях может участвовать любой любитель внедорожников, который прошел медосмотр, имеется лицензия, то есть разбито по классам в зависимости от автомобиля. Если это мощный автомобиль, выше классом, если это спортивное оборудование, дугами безопасности внутри еще выше, если это обыкновенный джип, то человек может просто испытать себя, попробовать, на что он способен, к чему можно стремиться дальше, увидит. И как вас правильно подписать в титрах полностью имя, фамилия и должность? Вы директор соревнований или организатор? Нет, я президент клуба Херсон Экстрим Сафари. Это я знаю. Да, и главный организатор. То есть можно сказать, ты организатор? На соревнованиях есть организатор, просто называется организатор. А уже кто под ним, где, что, куда? Ну там же ж и обладминистрация ж помогает. Ну можно сказать, ты там главный организатор? Организатор на... Нет, главный организатор, больше нету никого. Т-Е-2-С-И-О. Тессио. Тессио, да. Итальянская мафия. Да, и отчество. Александр Александрович. Мы пытались где-то заехать, а нас отсюда гоняли, и мы там застряли один. Мы сейчас на... База на связь. База на связь.